Кабмин планирует усилить проверку перевозимых грузов по украинским дорогам. Так правительство будет бороться с перевозчиками, которые нагружают фуры сверх нормы. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил премьер Владимир Гройсман. По его словам, в сентябре на стационарных постах появится 26 габаритно-весовых комплексов, а к концу года их будет уже 78. Гройсман отметил, что требовал закупить эти приборы еще в прошлом году, но Мининфраструктуры провалило первый тендер.